ты своей жизнью доволен? Очень, очень доволен. А ты? Нет. Ну и зря. А почему? Я к ней философически отношусь. О, если философически, так и я не... Чтоб люди жили в мире и согласии, не обижали бы друг друга по пустякам. Давай, Вострякова, только не остри. Да нет, я не буду. Товарищи, что же это происходит у нас? Тише! Тише, товарищи! Давай! Людмила Ивановна, давай! Ну что давай? Предлагай меру воздействия. А зачем? Должны же мы отреагировать на сигнал. Вот именно, что только и должны. А что на самом деле с Борщевым происходит, нам ведь наплевать. Одно только. Взятки с жильцов брать, напиться и в отрезвитель. Ты ж неандерталец вообще. Кто? Неандерталец. У вас есть факты, что Борщев брал деньги с жильцов? Да какие факты? Какие факты вам еще нужны? Вы только посмотрите на него. Он же стоит и издевается над нами. Сытый, откормленный, наглый вообще. А мне на диете сидеть ни к чему. Я замуж... Они могут только предать или убить, а страшны равнодушные. Это с их молчаливого согласия происходят все преступления. Соня Рябинкина, ее коллектив осуждал. Но она сама была виновата. Врачам грубила, шапочку на выезд не одевала. В общественной жизни никакого участия не принимала, ну совершенно никакого. А потом взяла. И даже стенгазету стала стихи писать на актуальные темы. Про грипп, про энцефалит.
подписала. Как? А так. Напишет, в лещевке бросит, здесь получит и нам читает. Все, конечно, понимали, что к чему. Только виду не подавали. Любила она тебя. Любила. Вот здесь, прямо возле окна и померла.